На канале Fun Avantgarde TV вы увидите рассказ о матче, сюжет с мероприятий, интервью с болельщиками. Если ваша команда играет с Авангардом на выезде, то заходите на наш канал и вы увидите рассказ о матче. А если команда ваша играет с Авангардом в Омске, то смотрите влог с этого матча. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании, и перейдя по аннотации, она на экране. Авангард Омская область против Сибири. Новосибирск. Посмотрим, как она сыграет. Сейчас посмотрю я состав и пойду на игру. Последняя домашняя игра, а там потом играем на выезде. Так что погнали на игру. Ну, я думаю, Авангард поборется до буллитов или до овертайма. Так что 2-3, ну то есть 3-2. Или 3-4, то есть 4-3. Погнали. Бежал я на хоккей. Вот видите, ну, шапочка у меня. Вот так вот. Посмотрим, как он так сыграет. Я думаю, вот это я уже говорил об этом. 3, 2, 1. Мы идем на игру. Пока. Эй! Эй! Мы хозяева Сибири! Эй! Вот сейчас я вам показываю все свои значки, которые у меня на фуфайке. Вот на вот этой вот фуфайке большой. Фуфайке, которая у меня висит. Лежит, точнее, да. И здесь вы видите значок Авангарда. Вот значок Авангарда. Вот значок Авангарда, вот значок болельщиков Сибири, был подарен на матче Авангард Сибирь в 2016 году. А это Новокузнецка, Металлурга. А это вы видите трещотки Сибири. Сибири трещотки. Тоже были подарены на матче Авангард Сибирь. Поколлекционирую. А также не забудь посмотреть мои прошлые видеоролики, подписаться на мой канал и ждать новых видеороликов. Ну и не забудь посмотреть, где я есть в соцсетях. Пока-пока.